Я могу вас поздравить с одним интересным событием. Вот наше событие по плана сегодня. Я не знаю, ожидаемое оно было, не ожидаемое, но тем не менее. Сегодня началась первая работа на площади. Лучше начали очищать площадку от просто мелких. Извините, это то, что я поправляю, это наушники, потому что опять-таки, раз, 8. Значит, площадку начали зачищать, начали готовить. И пошла порубка. Основное, все рубится сейчас толщиной до 5 сантиметров. Дверей нет, потому что он по дереве. И пробочный лист будет оформляться Роскомприрода. Будем согласовывать все это дело. Сейчас только порции. Убирается и ведется подготовка. После начала, после завершения, будет вести установку рождающей конструкции. Подрядчик на все эти работы выбирается пендером. И рассмотрим самые нормальные дороги. Так что, как я и обещал, работа началась. Чем я вас и поздравляю. Пишет, плохо слышно, звук кикает, ничего не понятно. Я себя в наушниках слышу хорошо. Так, давайте, коллеги. Если плохо слышно, давайте минусы. Я постараюсь ближе к микрофону. Понятно. Ближе к микрофону нормально. Ну, хорошо. Только я думаю, у меня физиономия будет на весь экран, как на паспорте, да? За одним исключением цветная. Хорошо. Значит, я хотел бы поблагодарить всех, кто подал предложение, свои замечания, свои соображения по сайту. Большое спасибо, что не остались равнодушны. Все предложения, пожелания были отдельные перед работу. Поэтому большое спасибо. Вместе мы сделаем сайт намного лучше и интереснее. Владимир сразу спрашивает, где видео с площадки исторических кадров. Уважаемые коллеги, ну, пока рановато, ведь в площадке, я думаю, Александр Судов сделает небольшой репортажик. Видеонаблюдение там сделать сейчас нереально, потому что нести затраты, не вписывающись в график работ, проблематично. Поэтому давайте не спешить. Еще насмотримся. Значит, мы с вами еще обсуждали такую возможность проведения мероприятия, как установка баннера информационного панно. Да, мы планируем проведение мероприятия с приглашением участников, партнеров на это мероприятие. Дата очень известна, потому что много согласований, и в том числе и проект организации работы, и подготовка всех всего участвовать. Так что, как только будет дата известна, мы, естественно, молчать не будем, тут же сообщим. И мероприятие такое. Слава, Александр, возможно ли, что компания выйдет на IPO раньше
первые дивиденды, к примеру, за год суммарных дивидендов. Вопрос очень интересный. Очень интересный. Только возникает вопрос, а зачем? Ранние роды, слабый ребенок. Всему суд часто. Вот смотрите, я, конечно, не противник того, чтобы выдавать препаратам с мокрой печатью, бумаги изготавливать. Нет, не, я не против. Единственное, что я могу сказать, что я не понимаю смысла. Потому что даже вот есть деньги. И вот в интернете набрать регистратора, посмотреть, как все эти работы с акционерными обществами, понимаете, что это несколько иначе. Но на подготовку всех этих сертификатов, договоров, получается, напрягаются большие силы, время. И они утратят буквально через некоторое время, когда мы приступим непосредственно к реорганизации ИСПО, ПАО, Общества акционерного общества, им все опять полетит в другую сторону, и эти документы в бумажном виде, они останутся у вас, как сувениры, что вы станете владельцем акций. Вот, а время будет потеряно, силы будут потеряны. Поэтому я никогда не понимал смысла работы. Андрей, суд плавает на другой точке причины. Я думаю, скоро эта проблема будет решена. Надеюсь. Сейчас принимаем к этому меры зеленые усилия, потому что я уже говорил, что мы постараемся сделать режим видеоконференции непосредственно из здания конференции «Проспект 10» с подключением рабочих кабинетов, рабочих участков, цехов подразделений с возможностью включения бесед партнерам, чтобы они могли задавать вопросы не в чате, но еще поэтому сейчас стремимся, готовимся, потому что ну, невозможно ну, так вот насколько это сделать. Потому что это почерк становится. На сегодня, к сожалению, пока что медиагруппа у нас работает на квартирах, у них не квартиры, а рабочие кабинеты. Это неправильно. Люди условия, а дом просто. Да, можно быть там фрилансером, можно там удаленно работать, но долг должен быть. Я, может быть, ортодокс, в свое время увлекался радиоэлектроникой, радиопитерсом, техникой, механикой, многими делами увлекался. Дома был сплошная мастерская и так далее. Потом, в конце концов, собственно, на этом поставил крест.